В год экологии регионы ставят перед собой разные задачи. Для Чувашии важно сохранить благоприятную обстановку и определить перспективы дальнейшей работы. Об этом говорили на встрече министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской и глава Чувашии Михаил Игнатьев. В первую очередь реформа системы управления отходами. Сейчас в регионе разрабатывается эффективный алгоритм переработки и утилизации ТБО. На Чебоксарске построен и работает самый современный мусорный полигон страны. Вот его в эксплуатацию позволил приступить к ликвидации одной из горячих экологических точек – рекультивации Пихтулинской свалки. Рекультивации Пихтулинской свалки вошел в федеральную программу. В федеральном законе о бюджете на 2017 год на рекультивацию этой свалки предусмотрено 114 миллионов рублей. В 2018 году 265 миллионов рублей. Мы в этом году должны, значит, уже определить регионального оператора и выйти с так называемым уже конечным циклом, значит, сбора и утилизации, захоронения твердых бытовых отходов. Я думаю, у нас в этом году получится. Кроме того, в Чувашии реализуются и другие проекты, которые обеспечивают экологическую безопасность. Завершение проекта реконструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске позволит в 100 раз снизить массу сточных осадков в Волгу, поступающих в том числе и с мусорного полигона. Фактически будет образован замкнутый цикл обработки осадков, которые будут использоваться в производстве строительных материалов. Татьяна Молко, Андрей Спиридонов, Республика.